Всем огромный привет! Сегодня хочу опять порадоваться вместе с вами к своей самой долгожданной мирабилии. Я не знаю, я после первой карты, я очень-очень ждала, когда же Нора выпустит продолжение и будут остальные две королевы. И таки да, в прошлом месяце, 15 числа, была выпущена моя долгожданная карта. Знаете, что было интересно и смешно, когда я ее получила, и картинка стояла вот так. Так она вроде как стоит и на официальном сайте. Я получила ее и думаю, почему же дизайн кверх ногам? И автоматически перевернула ее вот так. Вот такое вот у меня видение, что пиковая, что крестовая королева у меня почему-то главенствует в этих дизайнах. Я так ждала. Наконец-то она у меня. Вот вы видите, можете видеть, где я ее купила. Это был предзаказ. То есть она, ее еще не было в магазинах, а ее можно было на нее уже сделать предзаказ. Вот. И такой вот в ней ключ. Хочу сказать, что цвета DMC практически все совпадают из первой карты. Но на этом все. Один цвет бисера. Черный, простой черный, он тоже переходит из одного дизайна в другой. Но на этом все. Что креник, цвета креника, что остальной бисер, он весь идет другой. В принципе, цветовая гамма, да, вы можете сказать, практически та же самая. Но и дизайн платьев, и дизайн, ну, как бы украшений. Все другое. Выражение лиц, мне кажется, какие-то другие. Ну, в общем, это шикарный, идеальный компаньон к первой карте Royal Games 1, а это Royal Games 2. Естественно же, я приступила сразу, моментально, не знаю, распаковав эту схему, моментально. Все материалы, между прочим, были у меня уже собраны, то есть давно ждали, только схему я ждала, ткань у меня все уже было готово, просто и иголка у меня стояла в конве. То есть я ждала просто вот на старт внимания марш. И как в первый же день, когда я принесла эту схему домой, я же ее и начала. Эти первые крестики дались мне с таким удовольствием. Я не могла остановиться, но приходилось себя останавливать только для того, чтобы закончить свою русалку. Потому что считаю, что нецелесообразно, конечно же, практически вышив дизайн, бросить его ради какого-то другого. И поэтому... И русалку я подгоняла, вышивку русалки, вот как раз-таки, чтобы приступить мне и насладиться вот этой картой. Много чего я еще отложила ради этой карты. Вот такая вот у меня рабочая организация. Мои теперь наилюбимейшие ножнички с AliExpress, с моими наилюбимейшим маячком вот этой бусины, что я показывала в покупках. Боже мой, я закажу еще, наверное, 3-4 штуки такие. Мне как они мне нравятся. Очень они мне нравятся. Они такие удобные. У них вот такой вот вес не маленький. Я их чувствую. Я их почему-то не теряю. Мне вот так вот их в руке держать нравится. Я балдею. Кто вот интересно, ну, AliExpress, они же делают пародии, скажем так, да, подделки на какие-то дизайны знаменитые. Может быть, кто-то знает, напишите мне в комментариях. У кого, чей это оригинальный дизайн ножниц, я бы, может быть, оригинальные такие хотела бы. Хотя вот я сейчас заказала на Стычинка ножнички, и у них вот эта вот часть в форме хвоста русалки, девчонки. Понесло, так понесло. Но эти мне тоже очень нравятся, я обязательно закажу в золоте и в бронзе такие на AliExpress. Я надеюсь, что они мне дойдут, они будут идти 3 месяца. Очень они мне понравились. Ну, мой органайзер доходяга. Видите, да, тут клюв. Я начертила значочки, как вы уже видели. Не подумала, что значочки надо чертить с той стороны, с которой ты выдергиваешь нитку. То есть вот так вот у меня значки кверх ногам. Но с другой стороны, сейчас получается, я вышиваю... Пошла вверх и вышиваю крестовую королеву, а схема вот так. То есть получается, что и значки у меня сейчас тоже кверх ногам. Поэтому, в принципе, ничего я от этого не потеряла. Ну, не запутываюсь.
Ну, как-то вот так вот получилось. Навешивают только по одной пасме. То есть, когда заканчивается, ну, пасма, да, я от бобинки отматываю другую и навешиваю. Кое-какие цвета здесь пропущены. Это цвета, ну, тут, наверное, какие-то в работе уже просто еще пока не навесила. Но здесь вот есть конкретно 3, по-моему, или 4 цвета, которые пропущены. Это цвета кожи. Так как кожа моя будет вышита, естественно, с блендером. Не зря же я его заказала. Пока у меня еще пока... Пока у меня еще пока... нету, видите, нитка тянется. Ну, я в процессе вышивки, девчонки. Вот она вот тут должна быть. Вот. Я забыла, о чем я говорила. Ну, ладно. Много хохочу, много болтаю. В общем, ближе к делу. Нашла я вот такую просто красивенную. Посмотрите, какая красивая шкатулочка. Даже цену с нее не сняла. За 6 евриков. Вот. Такая made in China, интересно. Такая вот очень красивая. Живи, смейся, люби. Мой слоган прямо. Здесь вот такая вот брошка. Ну и здесь я храню все свои материалы. Посмотрите, какая у меня есть игольничка. Тоже заказала ее на Алиэкспресс. Она, конечно, не айс с качеством, но зато она такая пух-пух. У меня Милана, когда взяла ее в руки, она говорит: мама, что же это такое? Я говорю: липстик, помада. Она так воодухотворенно открывает, выкручивает, а там иглы. Увидели бы вы лицо ребенка. Вот. Ну, прикольная. Вот, далее. Вот такие вот два креника идут. 3228 и 421. Вот. Такой очень-очень такой интенсивный красный цвет. Красивый. Ну и что? И тут валяется DMC. Вот такой вот бисер шестерка. Черный. Вот такой вот нужен стеклярус от Милхила. Супер огромный маркер. Ну и все, и что? И тут вот бобинки DMC. Вот они так просто здесь валяются. Я беру бобинку, пасму на... отрезаю. Ну и ножнички, естественно, здесь же лежат. Да, вот так вот она, эта организация хранится. В принципе, вот оно все. Вот так вот. Вот взяла и пошла. Схема у меня, видите, в целости и сохранности, потому что я сделала рабочую копию. Мне теперь очень жалко черкать схемы после того, как я издевалась над схемой моей зимней королевы. И поэтому я этого больше не делаю. Вот видите, хотела опять перевернуть. Почему-то мне все время кажется, что должно быть вот так. А по-другому это просто кверх ногам. В общем, я их буду хранить красиво. Их можно открыть, не ломая эту пломбу. В общем, она у меня просто для, как это, для вдохновения стоит, радует меня. Потом положу ее, и будет она у меня с остальными схемами храниться. Ну, мало ли, когда пригодится, захочу я что-нибудь еще раз вышить или в подарок. В общем, пускай лежит, кушать не просит, уже не просит. Это вот что касается моей организации. Очень мне нравится эта коробочка. Просто мимими. Заразилась я всеми этими мимишностями. Ну и мой станочек пингвин. И вот она, моя королева, не на льне, на муранке. 32-го каунта. Это вот все, что я вышила. Тут вот торчит у меня, видите, иголка. Потому что я вот в процессе, вот здесь вот я вышиваю. Сначала я начала вот с середины, где-то тут была середина. Я пошла в эту сторону черным. Вышила здесь вот, это уже до плеча. То есть, в принципе, голова вот, ну вот, вот, вот так вот это. Небольшая карта, они небольшие. Что радует, потому что хочется, иногда бывает... что-то вышить, в принципе, красивое, но чтобы был очень быстрый результат. Мой needleminder такой. Сама эти кабошончики покупала, такие ассорти на Алиэкспресс. Неодимовый магнит, и все четко держится. Мне очень нравится. Вот. Мне очень удобно вышивать такие небольшие проекты на этом станочке, потому что я могу с ним примоститься где угодно. И на столе, и в кровати, и на диване, и хоть по-турецки на полу сесть. Он такой, очень хорошо у него эти колено регулируются. Я обалдею. Ну, что еще вам сказать? Цветовая гамма та же самая, но она меня радует. Хотя зеленый не люблю, но вот это такой уже более бирюзовый, цвет морской волны, какой-то цвет интересный. Люблю
вышивать такими вот голубыми цветами, тоже он в сирень уходит. Ну, в общем, пока еще не знаю, что-то я еще не проверяла, если я переверну, будут у меня крестики в ту же сторону закрываться или нет. Если нет, то буду вышивать вниз, хотя вниз я вышивать не люблю, так как не такие красивые у меня крестики получаются. Мне надо вышивать, я обратила внимание, что лучшие крестики у меня, самые красивые получаются, когда я вышиваю с нижнего правого угла и вот так вот влево-вверх. Ну, мне надо идти либо вверх, либо влево, как-то так. Ну, и крестики я закрываю сразу. Очень соскучилась по Мурана, очень соскучилась. Мне так лен надоел. Еще Бритни мне нравится, еще Линду хочу попробовать. Но прям я такой кайф испытываю. Я вам передать словами не могу, как я балдею сейчас от этой карты. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, что тут еще сказать? Скажу то, что в следующем видео о этой карте будет уже, конечно же, готовая работа. Моя та карта, другая, уже оформлена и скоро будет в пути ко мне. Так получилось, что, наверное, не получится у меня их оформить в один багет, потому что тот багет, на который я залипла и в который оформлена та карта, он снят с производства, он деревянный, и такой даже подобный найти сложно. Так что, возможно, надо будет как-то обыгрывать, придумывать, в общем, надо подумать. Но еще время есть. Ну, такие вот дела. Вот такой вот простенький у меня такой видеоотчетик. Радостная такая новость, что наконец-то я дождалась свою карту. Наконец-то я уже приступила. Вы, девчонки, знаете, как я бредила. И как вот я, наверное, единственная была просто убеждена, что 15 декабря выйдет именно карта. Я помню этот эфир Оксаны Дерези, где был задан вопрос. И я в чате писала «карта». И я единственное это написала. И я угадала. Вот так вот. Так что такой вот я менталист. Пора мне в битву экстрасенсов. Вот. Но близится 15 февраля. И скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, какой же дизайн выйдет у Норы, у Мирабили 15 февраля. Очень интересно, потому что вот тут вот я уже даже и мыслей у меня каких-то таких нет. Вроде как бы русалка нет. Карта уже была. Феечки в основном, ну, как бы у самой Норы выходят, да, не у Мирабили. Кто же будет? Будет это ли что-то в восточном стиле, или это будет какая-то девушка, или, может быть, какая-то фея, ну, с крылышками, или, может быть, действительно выплывет к нам русалка. Кто же? А, возможно, у нас будет какой-нибудь Посейдон, царь русалок. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень будет интересно почитать и пообщаться с вами в комментариях на эту тему. Спасибо вам большое за просмотр. Ждите видео уже готовы, выполнены работе. Я всех вас люблю, всех целую. Всем пока.